Горюшки, какой носок! Наверное, Агинский быть тоже красок! Ну, знаете, классик! А как по-английски ворона? Кроу! Кроу! Девички, ну давай бутерброды! Да не жмотничай, ну давай, давай сюда! Довольно! Она живая! Ну, нельзя так. Маленькие голуби летите. Да-да-да-да-да. Куда ты? Унесите швабру. Рид, унеси швабру. Сядьте по местам. Сядьте по местам. Костя, подожди, сядьте. Сядьте по местам. Тихо. Тихо, спокойно. Все. Что будет? А что? Будут метать икру. Только и всего. Откуда она взялась? Зря не заметила. Ты член бюро. С тебя будут спрашивать. Ну и что? Ничего. Просто когда это дело будут разбирать в верхах, можешь сказать, что ворону, правда, для других целей, принес я. Ты? Да. Между прочим, очень мило с твоей стороны. Я два раза отказывалась, а сегодня погорела бы точно. Жутко запустила английский. Моя ворона умница. Она это учла. Ну ладно, иди. А то твой телохранитель заволнуется. Из-за тебя! Тихо, ребята, тихо, тихо! Тихо. Вы мне мешаете! По маленькому кусочку, Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна! Подожди, Шестопал. Ну иди ко мне. Костя, иди ко мне. Ну и сейчас тебе хлебушку дам. Костя. На тебе беленького, на тебе черного. Ну иди. Ну иди, 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 иди. Ну на. Ну вот. Я давала урок, и вдруг летит. Я не выясняла, кто ее принес. А может, она сама? Ну, ясно, сама. Погреться. Холодно. А правда, что вы у него учились? Илья Семенович, зачем вы так? Предположим, я была виновата, но вы же могли помочь. В чем? Если вам нужна их любовь, то они от вас без ума. А вам теперь любовь не нужна? Любовь зла. Не давайте им садиться себе на голову. Держите дистанцию, чтобы не плакать потом. А помочь не сумею. Никогда не ловил ворон. Хоп! Молодец! Поздравьте, товарища! Единственный укротитель в мире, дрессировщик! Все билеты проданы, сегодня играем, завтра уезжаем! Спешите, спешите! Take your places. Take your place. Как хотите. Сталин! Сергеевна, он же для вас. Что? А мне мама говорила, что птичек убивать нехорошо. Без суда и следствия. Высоко ведь Наталья Сергеевна, а она в тряпке. Зачем вы так? Ведь ребята ее поймали. Stop talking. Silence, please. Гражданская панихида объявляется открытой. Покойница отдала жизнь делу народного образования. Батищев, shut up. А может, она не разбилась? Я сбегаю, погляжу. Можно, Наталья Сергеевна? Я даже принести могу. Хотите, живую или дохлую? А ты не сюда. Ты Илье Семеновичу ее подари. Пусть он видит, какие для него жертвы делаются. Черкасова, go out! Выйди вон! Ребятки, нам подменили учительницу. У нас же была веселая, чудесная девушка. Батищев, go out!
Я вам не девушка. Но все равно женщина. Я извиняюсь. И вдруг Аракчеев, Юг. А рассуждать вы будете за дверью. Бик-бик! Как вы одна останетесь? А я никого не держу. Я с удовольствием вас послушаю. Я только мрак не люблю. Это какую вещь вы играли? Одинокого странника. Грига. Да, настоящую музыку понимают немногие. Я вот всегда твержу, нельзя нам замыкаться в скорлупе своего предмета. Надо брать шире, верно? И тогда личная жизнь у многих могла бы быть богаче. Если подумать хорошенько. Если подумать, конечно. А кстати, почему вы не спешите домой? Не тянет? Дождь. Да, конечно. В нашем городе дождь, он идет днем и ночью. Не огорчайтесь, зря расстраиваетесь и зря играете одинокого пешехода. Странника. A long traveler. Вот-вот. Ничего ей не будет. Ее простят и дирекция, и вы в первую очередь. Дайте сигарету. Она же девочка.
только начинает. Это мы с вами не можем ничего себе позволить и простить. Что с вами происходит? Почему вы так изменились? Не властны мы в самих себе. И в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе. Как просто сказано, как спокойно. И навсегда. Еще бы. Ласик. Кто? Похоже на Некрасова, нет? Что? Не Тютчев? Холодно. Фет. Холодно это не из школьной программы. Сдаюсь. Боротынский. Ну, знаете, никто не обязан помнить всех второстепенных авторов. Боротынский. А его уже перевели. Куда? Перевели в первостепенные. Вы не слышали? Вы стали злым, безразличным и одиноким. Вы просто ушли в себя и развели там пессимизм. А вы ведь историк. Вам это неудобно даже с политической точки зрения. Я, Светлана Михайловна, сейчас сдаю историю до 17-го года. Так что политически тут все в порядке. Вас, очевидно, ваша мама заждалась. Очевидно. До свидания. Спасибо. 5,80 кондитерский, пожалуйста. Будьте любезны, 22 хлеб. Копеек за конфеты. Илья Семенович. Рудницкий. Боря. Точно, здравствуйте. Здрасте, здрасте, Борис. Все там же живете, все там же работаете. Да, Боря, а что значит сия машина? А это значит, что к ценным кадрам в нашем департаменте относятся лучше, чем у вас. Мне, например, обидно, что такой человек, как вы, распыляет себя в средней школе. Вас можно использовать с гораздо более высоким КПД. С чем, с чем? КПД. А, коэффициент полезного действия. Как поживаешь? Я в порядке, Илья Семенович. Жалоб нет. Женат? Свободен. Кстати, ведь там у вас обосновалась одна наша общая знакомая. Как она справляется? Рано судить. Есть свои трудности. У кого их нет? Да. Трудности она обожает. Даже создает их искусственно. У себя-то ладно, это дело вкуса. Она создает их и другим. А, ладно, вам скажу. Представьте себе невесту, которая буквально у входа в ЗАГС бормочет «прости меня», швыряет цветы и бежит. Красиво, честно. Мало того, что меня опозорили, еще сорвалась моя командировка в Англию на год. Сами знаете, как у нас любят посылать неженатых. А вообще-то все к лучшему. Знаете такую песенку? «Жизнь всему уделяется место,
рядом с добром уживается зло. Если к другому ходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Может, я не прав? Прав, Боря, прав. Пожалуйста, остановите. Но ведь еще не Арбат. Я дворами пройду, мне еще в аптеку надо зайти. Дочь, Илья Семенович, может, вас подождать? Нет, нет. А прав ты, Боря, в том, что мой коэффициент полезного действия мог бы быть гораздо выше. До свидания. Кто-нибудь звонил? Звонили. Кто же? Зрители. Кто? Желающие посетить кинотеатр «Прогресс». Спрашивали, что идет, когда. Я отвечала, идет дождь с утра до вечера. А вдруг баню начнут спрашивать? Или священный синод? Тебе не повезло. В свои 70 лет твоя мать еще не онемела. Она еще старая Грымза, захочет новости знать. Вот ведь незадача. Ей интересно, о чем сын думает. Как у него работа. С ней бы с чертовой перечницей поговорить полчаса. Так ей бы на целую неделю хватило. Все обоживало. Там не театр, мам. Там обыкновенные будни. Я не знаю, что рассказывать, ей-богу. Я говорил тебе, что к нам пришла работать Горелова. Кто? Кто? Наташа Горелова, выпуск 6-летней давности. Помнишь, нет? Наташа Горелова, ну как же, конечно, помню. У нее еще роман был с этим, ну как его, с твоим любимцем. Ну каким любимцем? С Борей Рудницким. Ну, вспомнил. Да, спасибо, мам. Что ищешь? Да так. Слушай, что же она преподает? Английский. Английский. В вашей школе. Сегодня мои охламоны сорвали ей урок. И все так же влюблена в тебя? Что ты говоришь, мам? Я? Ты мне сам жаловался, что она мешает тебе преподавать? Уставиться своими глазищами? Не помню. Да я и сама знаю. У нас в кухне, знаешь, как она плакала у меня на коленях? После выпускного. Все сокрушалось, что ты такой старый. Ты увлеклась, мам. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Это что у вас сегодня? В кинотеатр «Прогресс». Как нет? Странно. Наталья Сергеевна, Мельников говорит. Это я пошутил по-дурацки. Дело в том, что я видел, как вы уходили. Зареванные. Это вы напрасно, честное слово. Если из-за каждой паршивой вороны... А, сами. Ну, добро, добро. Извините.
Нет, вы мне объясните, что это за манера, здравствуйте, приглашать мальчика на магнитофон и сухое вино? Да, да. И почему это называется день рождения? Мой Валерий приходит, а девочка там одна. Ну, насмотрелись заграничных картин. Магнитофон, сухое вино. Не верьте, врет ваш Валерка. А на третье-то, м? Представляешь, просыпаюсь сейчас ночи не на своей подушке. О, что вы говорите? Клада Сергеевна, это интересно. На тетрадках, Игорь Степанович, на тетрадках. Да, да, да. Игорь Степанович. Проверяла, проверяла и заснула. Ну, что вы. Висит за окном. Да. Как всегда. В семь. Да. Аллочка, имейте совесть, ну нельзя же так. Да, да, да. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что такое стряслось? А? Ты плечами не пожимай. Не обижаешься, что я говорю ты? Нет. Здесь теперь твой дом. Отсюда вышла, сюда и пришла. Так что обособляться некрасиво. Простите, пожалуйста. А я не обособляюсь. Вот и правильно. А что вы ищете, Раиса Павловна? Да транспортер большой, деревянный. За шкафом. Ну-ну, а мне интересно послушать ваше мнение. Это, знаете, литература для парикмахерской. Да? Пока сидишь в очереди. Здесь же в каждой строчке благополучный, самовлюбленный, безразличный автор. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня он может написать так, завтра эдак. Я не верю ему. Странно. А мне понравилось. Ой, Наташенька, у вас все-таки большие. А мне вот так усенькие крохотульки, а хоть плачь, приносят зеркало и все время на себя любуются. Я им говорю, не ложьте зеркало в парту, ложат. Я им опять говорю, не ложьте, все равно ложат. Послушайте, нельзя же так. Я вам, вам говорю, вы учитель или? Вы мне? Ложить? Нет такого глагола, голубушка Таисия Николаевна, где вы его взяли? Мы же не на рынке. Если вам не жаль детей, то пощадите наши уши. Уши? Какие уши? Здрасте. Ну, успокойтесь, и потом принцесса, ни к чему. Подождите, минуточку. Только я умоляю, чтобы ничего не трогали. Вчера ничего не сорвали в лаборатории. Что же это я значит? Ну, не вы, последите. Вот, Илья Семенович, в чужом глазу мы и соломинку видим. Класс, в котором вы имеете честь быть классным руководителем, в полном составе не явился на занятия. И в раздевалку не сдано ни одно пальто. Поздравляю! Что вы, что вы, что вы, не беспокойтесь. Спасибо, я сам. Чей у них должен быть урок? Мой. А там Саня! Илья Семенович! Куда? Какой? Здравствуйте. Здравствуйте, Илья Семенович. Бастуете? Бастую. Бастую. Какие же лозунги? А мы, Илья Семенович, знаете, за что выступаем? За уважение прав личности. Надо англичаночку к порядку призвать. Грубит. Да скажи, батя. Скажи, батя. Дело вот в чем. Сначала Наталья Сергеевна относилась к нам очень душевно. Из-за этого сорвали ей урок. Позвольте, я скажу свою мысль до конца. Не скажешь, а выскажешь. Я с удовольствием послушаю только в классе. В классе, конечно, теплей. Но мы потерпим. Мы придем на следующий урок. Демидов, ты комсорг. Чего же командует батюшка? Потому что у меня силу воли слабее. А комсорг — это рабочая аристократия. Ну, ладно, пошутили и будет. Мы не шутим.
Мы серьезно. А если серьезно? Когда-то русское общество было потрясено казнью Желябова, Перовской и Кибальчича. Или из Орловского каторжного централа просочились мольбы заключенных о помощи. Там применялись пытки. В таких случаях ваши сверстники не являлись в класс. Бастовали и называли это борьбой за права человеческой личности. Как Сыромятников. А сводить счеты с женщиной, у которой сдали нервы, непорядочно. И давайте не удлинять плохое, как говорили древние. Вот вы где. Ну вот что. Вы простите меня, ребят. Я была не права. Ну, положим, вы тоже хороши. Сфинтусы, вы порядочные. Сфинтусы! Это я один виноват. Ворона-то моя. Это я ее для других целей принес, а она у меня вырвалась. А я вообще на Сыромятникову подумала. Ну что вы, Наталья Сергеевна, я по крупному рогатому. Ладно, ребята. Close your books. What is the English for ехать верхом? Сыромятников. To write, wrote, written. Wonderful. Ах, все-таки пожаловали. Извините, Наталья Сергеевна, я подумала, что надо помочь разобраться. В чем дело? Кому вы объявили бойкот? Садитесь, садитесь. Воспользовались тем, что завуч бюллетенит, что учительница молодая, так? Только не надо скрытничать. Никто не собирается пугать вас административными мерами. Просто я хочу знать, как вас угораздило не прийти на урок. Чья идея? Мы уже все выяснили. Наталья Сергеевна сама знает. Да. У нас уже все в порядке, Светлана Михайловна. Ах, вот как. У вас, значит, свои секреты и свои отношения. Ну-ну. Не буду мешать. Ну-ка, Юра, почитай стишок. Он не видит вещим оком. Ладно, еще. Глупин. Илья Семенович, это ребятишки из первого А. У них учительница заболела неожиданно и ушла. А чего делать, никто не сказал. Вот и вожу по вашему музею. Ну-ну. А кто ваша учительница? Таисия Николаевна. А к счастью, эпиграф обязательно? Желательно.
И долго мы будем вертеться? Ну, соберись, соберись. Знаешь, почему не пишется? Потому что туман в голове. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Спокойно. Продолжайте, продолжайте. Илья Семенович. Ничего. Ну, у вас такое лицо. Какое? Чужое. Это для конспирации. Дистанция. Будем ее держать. Вам лучше знать. Я вам больше не учитель, Наталья Сергеевна. Вижу. А где наши? Пишу сочинение. У меня под это дело забрали урок. Вам жалко? Жалко, что не два. Пойдемте со мной. Пойдемте. Мое представление о счастье. А вот нам она таких тем не давала. Мы все больше про типичных представителей писали. А лица у всех серьезные, одухотворенные. А Сыромятников списывает. Чужое счастье ворует. Это будет перед вами изо дня в день. Налюбуйтесь. Не понимаю, как они могут писать на такую тему, я бы не смогла. Это же невозможно объяснить счастье. Все равно, что прикнопить к бумаге солнечный зайчик. Никаких зайчиков. Все напишут, как полагается. Может быть, зайдете? У меня урок. А я свободен. Ты понимаешь, что ты написала?
Надюша, золото мое самоварное, ты даешь себе отчет. Я сама за искренность, и ты знаешь, поэтому я предложила такую тему. Но что же это за мечты в твоем возрасте? Ты раскинь мозгами-то. Ну, я, Светлана Михайловна, думала, что вы... Что? Я дура, Светлана Михайловна. Ой, какая же я дура. Это, конечно, печально, но все-таки лучше, чем испорчено. Что ты написала, Надя? Правда, что ты написала? Огласи. Ну, не хватало только зачитывать это вслух. А почему не прочесть? Может, мы все вроде Агарышева неправильно пишем? Ты именно. Не волнуйся. Тебе такое в голову не придет. Продолжаем работать. Отдайте мое сочинение, Светлана Михайловна. На. Возьми и порви. Я тебе разрешаю. И попробуй написать о Катерине, может быть, успеешь. Пишите, пишите. Нет, я прочту. Но если вам можно знать, то нам подавно. Замолчите! Да как вы не понимаете? В классе мальчики. Отдай сочинение. Не отдам. Ну, хорошо. Читай. Самой же потом стыдно будет. Читай, читай. Если говорить о счастье, то искренно, чтобы шло не от головы. У нас многие стесняются написать про любовь, хотя про нее думает любая девчонка, даже самая несимпатичная, которая уже не надеется. А надеяться, по-моему, надо. Я, например, хочу встретить такого человека, который любил бы детей, потому что без них женщина не может быть по-настоящему счастливой. Если не будет войны, я хотела бы иметь двоих мальчиков и двоих девочек. Мальчики. Да, двоих мальчиков и двоих девочек. Тогда до конца жизни никто не почувствует себя одиноким. Старшие будут оберегать маленьких. Вот и будет в доме счастье. Я ничего не писала о труде, но разве у матерей мало работы? Ну и что? А действительно, ну и что? Чем это неправильно? Ну, знаете. Зря вы разволновались, Светлана Михайловна. Она же собирается заиметь детей от своего мужа, от законного, не от чужого. А ну, хватит! Край света, а не класс! Ни стыда, ни совести. Сдавайте сочинение. Я к вам опять. Здравствуйте. Здравствуйте. Входите. Садитесь. Только напрасно вы ходите, товарищ Левикова, честное слово. Я же не просто. Я с работы отпрашиваюсь. Вчера-то вы его опять вызывали. Вызывал. Вы заняты? Извините. Я две минуточки. Значит, вызывали? Да, вызывал. И он поведал нам, что Герцен уехал за границу, чтобы готовить
Великую Октябрьскую революцию вместе с Марксом. Ну, что прикажете, плакать или смеяться? Я вот тебе дома такую же границу покажу. Чья дерешься-то? Это не метод. Так нельзя. Иди, иди. Да нам, Илья Семенович, с двойкой никак нельзя. Вы же знаете, миленький. Ну, выгонят его из Дома пионеров, из этого ансамбля. И куда же он пойдет? Обратно во двор? Да не поставил я двойку. Три у него. Удовлетворительно. Спасибо вам. Только не благодарите меня ради Бога. Нельзя меня благодарить. Вы же мне лишний раз напоминаете, что я лгу ради вас. Ой, нет, не ради меня, не ради меня. Ну, во всяком случае, не ради того, чтобы Вова плясал в этом ансамбле. Ему не ноги тренировать надо, а память и речь. Память? Память, это верно. Спасибо за указ. А вы спросили, почему у него память-то плохая? И речь. Может, у него отец-то потомственный алкоголик? Может, мальчик-то мой головку до полутора лет не держал, и все говорили, что не выживет? Его и по сейчас во дворе доходягой дразнит. Уж извините, не надо было и говорить-то. Который по-русскому говорит память и по физике. А я за этой партой сидела. Извините меня, Наталья Сергеевна. Придешь завтра. А может, совсем не надо? Надо, надо. Николай Борисович, подожди, не уходи. Дай мне отпуск. Что? Я больше не могу работать. Иди, говорю, ну. Сейчас, в начале года. Что с тобой? Не здоровится? Печень? Печень не у меня. Это у географа. А, да. А у тебя что? Ну, общее состояние. Ты не хитришь? Может, надумал диссертацию кончать? О, это уже история. А зря, зря. Я давно тебе хотел подсказать. Сейчас для твоей темы самое время. Прекрасный отзыв о научной работе. И могучий стимул для занятия ею. Самое время. Ты витамин В12 пробовал? Инъекции в мягкое место. Моей галке исключительно помогло. Я могу писать заявление? Это не разговор, Илья Семенович. Для отпуска в начале года требуется причина настолько серьезная, что не дай тебе Бог. А если у меня как раз настолько, кто это может определить? Медицина, конечно. Ты слышишь меня? Нет. Ты же меня не слышишь? А ты подумал, кем я тебя заменю? Замени собой. Один факультет кончали. Как же ты меня допускаешь преподавать? Калечить юные души. У меня эластичные взгляды, я легко перестраиваюсь. Свежие газеты для меня – последнее слово науки. Это твои слова? Мои. Мои. Ох, брат, мне от тебя житья не было. Историк. Я завхоз, Илья. Вот достану новое оборудование, радуюсь.
Выбью кондиционеры, горжусь. Мало мы друг о друге думаем. Вот простая вещь. Завтра 20 лет, как Светлана Михайловна работает в школе. Ну, соберем по трешке, купим ей крокодила. У тебя даже шутки принципиальные. Да, Илья, уважать тебя можно. А любить трудно. Ладно, не люби меня. Дай отпуск. Не дам. На покой захотелось. Честность свою холить. А другие пусть строят. Построим, пожалуйста, Илья Семенович. А ведь ты руки не подашь. Скажешь, замарали руки-то, пока строили. Смотря чем замараешь, а то и не подам. Вот-вот, весь ты тут. Эх, Илья, принципами не пообедаешь, не поправишь здоровье, не согреешься. А принципы не шашлык, не витамин В12, не грелка. Некоторые чудаки ради них жертвуют обедом. Бывает плата и подороже. В 41-м под Вязьмой мы с тобой это хорошо понимали. История наука, которая делает человека гражданином. Так? Ну, так. Вот учебник этого года. Этого. Оставь, Илья, жизнь не стоит на месте. А ты никогда не размышлял о великой роли бумаги? Надо поклониться ее беспредельному терпению. Можно написать на ней: на холмах Грузии лежит ночная мгла. А можно кляузу на соседа. Можно переписать диссертацию, чтобы изъять одну фамилию, один факт, чтобы изменить трактовку. Если есть бумага, почему не сделать? Она все выдержит. Но души-то у нас и у ребят не бумажные, Коля. Хочешь посмотреть, как меня сегодня порадовали? Интересно. Куда уж интересней. Душевный стриптиз. А я так не думаю. И не надо. Разный у нас опыт и разные нравственные принципы. А цель одна. Счастливая ты, Наташа. Я? Да, дальше некуда. Вы знаете? Я знаю, девочка. Знаю. Только с ребеночком не затягивайте. У учителей это всегда проблема. Эта принцесса, в общем-то, права. Хотя не ее ума это дело. Да-да. А то придется разбираться только в чужом счастье. Тут она у меня 24 сортов. На любой вкус. Две Катерины, один Базаров. А все остальное о счастье. Ты иди. Если нельзя, так освобождай совсем к чертовой матери. Куда ж ты пойдешь, интересно? Крыжовник выращивать, мемуары писать. Пойду в музей экскурсоводом. А там, думаешь, экспонаты не меняются? Меняются.
Так какого же рожна? А меня слушают случайные люди. Раз в жизни придут и уйдут. А тут меня твои объяснения не устраивают. А учитель, который перестал быть учителем, тебя устраивает? Как это перестал? Сеет разумное и доброе вечное. Вырастает белина чертополох. Ну, хватит. Давай без аллегорий. Все это мура, Илюша. Ну, кто у нас учитель, если не ты? Кто ты, если не учитель? Отпусти в отпуск. Честное слово. Ну, в конце концов, могут быть личные причины. Пиши свое заявление. Отправляйся в отпуск, в музей, в цирк, куда угодно. Спасибо. Нет, не к вам. Срамятников или выйди, сядь по-человечески. А бабка, в утиль тебе пора. Эпа на ум с дрогой создан белый свет. А бабка, ну ей богу, никакого бога нет. Ну что мне, больше всех надо, что ли? Сами же говорили, что скучно, что никакой работы не ведем. Ну предлагайте. А бабка, в утиль тебе пора. Мероприятие первое. Все идем к Надьке Агарышевой на крестины. Ну зачем ты? Что, она взбесилась, что ли? Шуток не понимает. Зря ты, Костя. Человеку и так сегодня досталось. Да пусть не лезет со своей откровенностью. Мало ли у кого что за душой. Обо всем в сочинении писать, да? Счастье на отметку. Бред. А сам ты что написал? А я этой темы вообще не касался. Я тихо, мирно писал Базарова. А бабка, в утиль тебе пора, по науке строгой. Кончай. Батюш прав. Из-за этого сочинения одни выглядят дураками, другие подонками. Ну чего ты ругаешься? Ну мы же не для этого здесь собрались, Шестопал. Сядь, Свет. Ты хороший человек, но ты сядь. Я теперь все понял. Кто писал искренне, как Надька, те оказались в дураках. Над ними будут издеваться. Кто врал, работал по принципу У-2, тот подонок. А что такое У-2? Первое – угадать, второе – угодить. Когда чужие мысли, аккуратно цитаточки дома приготовлены, и пятерочки можно читать в кармане. Есть у нас такие, Эллочка? Я не знаю, наверное. И что же ты предлагаешь? Разойтись. Все уже ясно. Все счастливы. Не хочется. А я знаю, чего тебе хочется. Чтобы я сейчас отчалил, а редко с тобой осталось, угадал? Это ж можно.
Мы люди не жадные, правда ли? Генка, соглашайся, а то он раздумает. Погуляйте, поговорите. Можете в кино? Ну чего молчишь? А у меня денег нет. И не надо, у меня целая трешка. Нет, я ему должен за прокат. Сколько ты берешь в час, Костя, а? Дурак! Да, за такие шутки без глаз можно остаться. Псих! Лечиться тебе надо, Шестопал. Угу. У тебя, как у всех коротышек, больное самолюбие. Домой. Я думала о вас, тревожна мысль моя и путалась, и рвалась. Дари-дари-дари. От книги странствий дари, я не ждал обмана. Я верил, что в какой-нибудь голове он выплывет навстречу из тумана, твой берег в невесомой синеве. Но есть ошибка в курсе корабля. С недавних пор я это ясно вижу. Стремительно вращается земля, а мы с тобой не делаемся ближе. Еще. Стал лучше писать, более художественно. Ну ладно, надо идти. А то сейчас кто-нибудь притащится, раскричится. А в школе нет никого. А так не бывает. Даже ночью кто-то есть. А ты представь, что кроме нас никого нет. Ты только, пожалуйста, не надейся, что я растаяла от твоих стихов. А я и не надеюсь. Не такой уж я утопист. И вообще они не для того пишутся. Ладно врать-то. Мое дело предупредить. У нас с тобой никогда ничего не получится. Понимаешь? Ты, Геночка, маленький. Я такой в 7 классе была, как ты сейчас. Хочешь правду? Ну? Умом я знаю, что ты человек так себе. Не луч света в темном царстве. Скажите, пожалуйста. Я это знаю. Только старайся это не учитывать. Что-что? Не поймешь ты, к сожалению. Я и сам только позавчера это понял. Ну и что же ты понял позавчера?
Человеку необходимо состояние влюбленности. В кого-нибудь или во что-нибудь. Всегда. Всю дорогу. Иначе неинтересно жить. Ну, а мне легче всего влюбиться в тебя. На безрыбье. И тебе не важно, как я к тебе отношусь? Нет. Это не меняет дело. Была бы эта самая пружина внутри. Так что можешь считать, что я влюблен не в тебя, а, допустим, в Черевичкину? Что? Стихи-то, небось, легче писать? Ну вот и посвящай их теперь Черевичкины. Good luck! Смоделировать различные творческие процессы, определяемые способностями, наклонностями и, наконец, талантом человека, задача дерзкая, но выполнимая. В руках у меня ноты. Это музыка, написанная электронным композитором. Не удивляйтесь. Конечно, задачи этому электронному композитору ставил человек. О достоинствах этих сочинений вы можете убедиться сами. Найдутся, вероятно, телезрители, которые скажут, машина не способна испытывать человеческих эмоций. А они-то и составляют душу музыки. Но, во-первых, надо точно определить, а что такое человеческая эмоция, душа и сам человек. Неужели определит? А во-вторых, предлагаемая вам музыка, это все-таки не Моцарт. И на том спасибо. Все остыло, наверное. Мам, дай водки. И стакан. Странная прибыла. Я расписалась. Передача «Новая в музыке» окончена. Через несколько минут мы продолжим рассказ о хоккейном матче
и включим дворец спорта. Уважаемый товарищ Мельников, не имею времени зайти к вам и посему вынужден обратиться письменно. Моя дочь систематически получает тройки по вашему предмету. Это удивляет и настораживает. Ведь история – это не математика. Тут не нужно быть семи пядей во лбу. Я лично, а не лично, проверил Любу по параграфам 61 по 65 и считаю, что оценку 4 в скобках «хорошо» можно ей поставить. Предлагаю вам вторично проверить мою дочь по указанным параграфам. Потехин. Крупный специалист. И все это на казенном бланке, на бумагу даже не потратился. Ну что ж ты волнуешься? Ты сам говорил, что если человек глуп, то надолго. Это Вольтер говорил, а не я. Мам, он не так глуп. Его вдохновляют воспоминания. Да. Ты посмотри, что я нашла. Ваня Ковалев. Помнишь, о нем писали? Выдающийся физик. Помню, помню. Мам, спасибо. Больше не хочется. Опять моросит? Мам, ты не замечала, что в безличных предложениях есть какая-то безысходность? Моросит. Ветрено. Темнеет. Знаешь почему? Не на кого жаловаться. И не с кем бороться. Если будут звонить, меня нет дома. Прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей. Спой мне, Иволга, песню пустынную, песню жизни. Но ведь в жизни солдаты мы, и уже на пределах ума содрогаются атомы, белым вихрем взметая дома.
как безумные мельницы, машут войны крылами вокруг. Где ж ты, Иволга леса отшельница? Что ты смолкла, мой друг, за великими реками? Встанет солнце и в утренней мгле с опаленными веками припаду я убитый к земле, крикнув бешеным воронам, весь дрожа замолчит пулемет. И тогда в моем сердце разорвано голос твой запоет. Алло? Его нет дома. Ой, алло, алло. Ну ведь ты же сам сказал, что тебя нет дома. Игорь Степанович, я вас не заметила. А я в мягких тапочках. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Я к вам с критикой, Наташа. Что такое? Да неудобно, понимаете. Вы наш молодой, перспективный кадр, а общей с нами жизнью жить не желаете. Телефончик не дали. А зачем? Да так, на всякий случай. Ну ничего, узнаем в канцелярии. Между прочим, по агентурным данным, вы каждый день ждете товарища Мельникова. Не отпирайтесь. Только чистосердечное признание может облегчить вашу участь. Excuse me. Наташенька, а участь ваша ниже среднего. Ведь у него же пыль столетий, Надька. А из женщин ему нравится только какая-нибудь Жанна д'Арк. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Михайловна. А телефончик ваш я уже узнал. Ну, я думаю, мы продолжим этот разговор. Наташа. Здрасте. А, кстати, у тебя же нет первого урока. Доброе утро. Нет? Ну, значит, я перепутала. Аллочка, только что из дома, уже звоните. Как всегда. Здравствуйте. Алло. Формально все здесь, а мысли у каждого или дома? Или вообще неизвестно где. Здравствуйте. 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 Нет, не могу. Таисия Николаевна, извините меня за вчерашнее. Ничего. Нет. Я с ним. Это вам. Мне? 20 лет в школе. Это цифра. Ой. Это не кот начихал. Верно. Нет, это замечательно. Спасибо.
событие мы должны поставить во всей форме отметить. Здравствуйте. Здрасте. Брат, папа, мы его ничего не получили. Никакого письма. Получил. И вот что я прошу ему передать. Не надо, Илья Семенович. Вообще не обращайте внимания. Он всем такие письма пишет. Кому всем? Всем. Министру культуры даже. Зачем артистов в кино в таких позах снимают? Вы извините его, пожалуйста. Ладно. Беги. Предупреди ребят, что урок будет в классе. Пустите меня на урок. Зачем? Не спрашивайте ни о чем. Пустите и все. Илья Семенович, я специально на час раньше пришла. Да ладно, врать. Ну я же тут, я сам. Что говоришь? Разве у нас английский? Проходите, Наталья Сергеевна. Садитесь. Борисова нет? Приболел малость. В прошлый раз мы говорили о манифесте 17 октября. Ну-ка, потише. О начале первой русской революции. Повторим и пойдем дальше. Сыромятник. Чего? Готов? Более-менее. Идти. И поскорее. Мы слушаем. Значит так. Политика царя была трусливая и велоромная. Какая? Велоромная. Вероломная, значит, ломающая веру. Или предательская. Да. Так, дальше. От страха за свое царское положение царь, конечно, выпустил манифест. Ну, там он обещал народу райскую жизнь. А точнее? Ну, свободы всякие, слова, собраний. Не, а что говорить-то? Все равно ведь он что обещал, не сделал. Что ж вранет, пересказывает. Ну, потом царь опять показал свою гнусную сущность и стал править по-старому. Вот он там это, как ее... И никто не мог ему ничего сказать. И вообще, после Петра Первого России очень не везло на царей. Это уж мое личное мнение. Вот поставишь ему единицу, а потом выйдет из него Юрий Никулин, и получится, что я душил будущее нашего искусства. Не надо. За что единица? За более-менее. Вместо решительных действий Шмидт посылал телеграммы Николаю II, требовал от него демократических свобод. Но за это время власти опомнились, стянули в Севастополь войска, и крейсер Очаков был обстрелян и подожжен. Шмидта казнили. Он пострадал от своей политической наивности и близорукости.
общем, пользы от этого геройства было немного. Бедный Шмидт. Если бы он мог предвидеть этот посмертный строгий выговор. Это же не я выдумал, то не так же. То и дело, слышь. Жорес не учел, Герцен не сумел, Толстой недопонял. Словно в истории орудовала компания двоечников. Кто может возразить, добавить? В учебнике о нем всего 15 строчек. В моем возрасте люди читают и другие книжки. Другие, пожалуйста. Вот, например, «Золотой теленок». Там Остап Бендер и его кунаки работали под сыновей лейтенанта Шмидта. Рассказать? В другой раз. Ну, кто все-таки добавит? Пятнадцать строчек. От большинства людей остается только тире между двумя датами. Что же это был за человек? Лейтенант Шмидт Петр Петрович. Русский интеллигент. Умница. Храбрый офицер. Профессиональный моряк. Артистическая натура. Он пел. Превосходно играл на виолончели. Рисовал. А как он говорил? Но главный его талант – это дар ощущать чужое страдание более остро, чем свое. Именно этот дар рождает бунтарей и поэтов. Знаете, однажды он познакомился в поезде с женщиной. 40 минут говорил с ней. И влюбился без памяти. Навек. То ли в нее, то ли в образ, который сам себе выдумал. Но красиво влюбился. 40 минут, а потом были только письма. Сотни писем. Читайте их, они опубликованы. И вы тогда не посмеете с высокомерной скукой рассуждать об ошибках и иллюзиях этого человека. Но ошибки все-таки были. Ты сядь пока. Петр Петрович Шмидт был противник кровопролития. Как Иван Карамазов у Достоевского, он отвергал всеобщую гармонию, если в основании ее положен хоть один замученный ребенок. Все не верил, не хотел верить, что язык пулеметов и картечи – единственно возможный язык переговоров с царем. Бескровная гармония. Наивно? Да. Ошибочно? Но я приглашаю Батищева и всех вас не рубить с плеча, а прочувствовать высокую себестоимость этих ошибок. Послушай, Костя, вот началось восстание. И не к Шмидту, а к тебе, живущему 60 лет назад, приходят революционные моряки с крейсера «Очаков» и говорят: вы нужны флоту революции. А ты знаешь, что бунт обречен. Ваш единственный крейсер без брони, без артиллерии, со скоростью 8 узлов в час не выстоит. Как тебе быть? Оставить моряков одних под пушками адмирала Чухнина? Или идти возглавить мятеж и стоять на мостике под огнем и наверняка погибнуть? Без всяких шансов на успех. Какой смысл? Вечно ты со своим смыслом. Тихо. Итак, был задан вопрос. Какой смысл поступки Шмидта и его гибели? Ну, ясно какой. Без таких людей революции бы не было. Он сам объяснил это в своем последнем слове на военном суде. Так объяснил, что даже его конвоиры отставили свои винтовки в сторону. Потом их за это судили. 15 строчек. Разрешите, Илья Семенович? Да, пожалуйста. Извините за вторжение. Садитесь. Произошла вещь из ряда вон выходящая.
Вчера вечером кто-то вошел в учительскую, взял сочинения вашего класса и сжег их. Да-да, сжег. И оставил на месте преступления. Я говорю это слово вполне серьезно. Вот это объяснение. Дерзкое по форме и невразумительное по существу. Я не буду говорить о том, какую жестокую, какую бесчеловечную обиду нанес этот субъект Светлане Михайловне. Не буду также говорить об идейной подкладке этого безобразия. Меня сейчас интересует только одно. Кто это сделал? Я надеюсь, мне не придется унижать вас и себя такими мерами, как с лечением почерков и так далее. Не придется. Ты, Шестопал. Я. Пойдем со мной. С вещами. Да-да. Забирай все. А вы, Наталья Сергеевна, каким образом здесь? Мне разрешил Илья Семенович. А, ну-ну. Ознакомился? О чем я говорил? Вы говорили о 15 строчках, что это немало. Да-да. Он к директору пошел, да, Наталья Сергеевна? А куда же еще-то? Братцы, Шестопальчику хана! Ну зачем он сжигал? Вы не посоветуете, с кем вы сразу приехали? Ты все для оригинальности, лишь бы повыпендриваться. Здравствуйте. Сделал ученик. Можно? А потом же почитать эту записку. Что в ней написано? Я не только возмущена, я просто... Понимаю, а то по себе судишь. Он объяснение написал, почитать надо. Ты вообще... Я категорически не